Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Ага, у меня пистолет. А ты получил мыло с предложением поработать охранником в лифте? Пока нормально. Пока я нормально иду. О, да. Так, а чё это ты? Вот так. А чё, какие-то ещё? Так. Ну, где-то что-то не выполнил. Видимо, надо было, не убивая их, что ли. Поехали. Так, где он? Да вообще не то, не то. Вот оно. Вот так. Ну все, все хорошо стоит. Поехали дальше. Толкай. Я так и думал. Ну что, понравилась демонстрация? Круто. Только теперь все знают. Что дальше? Мы ему еще нужны? Точно не знаю. Монтгомери сказал, что нас всех сегодня отправят на секретную базу где-то на Дальнем Востоке. Ясно. Ты только не рассказывай никому. Так. Блин.
Пока вроде нормально, да, идем? Ага. Вышел. Не успел. Давай. Господи, они еще и не русские. На. Блин. Окей. Блин, ни хрена они. Попесочили меня. Джеймс Бонд, приближаюсь к комплексу. Конец связи. Так, а что здесь? Прятаться можно было, да? Короче, можно было с боем, конечно, прорываться. Ну да ладно. Так. Нету? Ага. Ням-ням-ням. Но не получается.
Так. Вот так. Там все делать легко и просто. Я нашел Грейвза. Он в биодоме. Так. Слушай, ты чё так? Я кое-что проверю. Встречай, я прикрою! Я вижу его! Да. Да. Это от пули. Противник над нами. Значит, вы подо мной. Я наверху. Блин. Еще. Блин. Он же придет. Наверху. Скорей, он... Так. Прекрасно. Пока что идет нормуль. На. Так. Экс.
Все, кончились враги. Где ты? Так. Идем, идем. Блин, блинский. Давай. Так. Блин, опять начинаем. Так. Так, если здесь синее, то здесь зеленое. Зеленое, значит, не должна быть здесь. Так. Вот так. О. Оптический тепловизор, нет, регулируемый. Ну вот так, если только. С этим пока у меня и так нормально. Конечно, внизу. Вперед, он внизу. Прикройте меня огнем. Давай. Все? Или мы еще кого-то ждать будем? Всем. Мы надеемся, что вы, блин, гордитесь участием в нашем новом проекте всемирного значения. Путники. Почему в фильмах вся эта хрень есть, а в жизни ни хрена не могут построить? Начав почти с нуля. Вот вопрос.
Вы не это ищете? Вам лучше знать. Запад слишком долго вмешивался в дела Корейского полуострова. С помощью Икара я испепелю вашу демилитаризованную зону, и север обрушится на юг и объединит Корею раз и навсегда. Это и есть ваша помощь миру? Для Северной Кореи, да. Проблема в том, что это уже не тайна. Ни один я знаю об этом. Хм. Ваша подруга из Америки, Джинкс. Джеймс! Боюсь, что она вот-вот станет жертвой несчастного случая на производстве. Ни хрена, чем-то он меня давит полем каким-то. Вы меня слышите, Бонд? Вы обязательно должны увидеть ее смерть. Следующий Бонд. Джеймс, мне бы помощь не помешала. На. Блин, а нос чешется вот сейчас именно во время битвы. Давай под лазеры его. Ты что, не успел? Ладно. Джеймс, мне бы помощь не помешала. Не получилось, да? Опа. Еще раз, Аш. На. Охренеть. Мне бы помощь не помешала. Г. Аш. Вообще не то. Мышь 2. Мышь 1. Джеймс, отключи его. Какой же ты слабак, Бонд. Вот тебе и слабак. Получи, козлина. Выпал. Мне бы помощь не помешала. Отключи. Ходу подметки режет, правда? Надо остановить Грейвза. Вперед. Стреляйте, он пытается уйти! На. Так. Берегись. Хочет сбежать.
Да я сбегу. Что я хочу? Я сбегу. Ложись. Занять оборону, держаться. На. Вперед. Где ты? На. Блин, как вы меня загасите? Лёг. Охренеть. Даже не хочу знать, что это было. Да подожди ты. Так. На. Так. Ну же, Джеймс, скорее. Да бегу, бегу, подожди. Давай, вали их. Джеймс, нужно спешить. Грейвс уходит.
Понятненько. Все? Давай, давай. Прикройте огнем. Осторожно, это еще не все. На. Так. На. Молодец. Так, забежал. Ой-ой. Мне бы вот саму бы ее поменять. Ладно. Перекройте ему. Где? На. Так. Ну же, Джеймс, скорее. Подожди. Вот так. Прикрой меня. Занять обороты. Опа. Так, камни сюда. Так. Идем, идем. Он хочет сбежать. К моей машине. Господи, опять ехать. Ненавижу гонки. Ми-6 Бонду. Слежу за перемещениями Грейвза через спутниковые каналы и дронов. Он уходит к временному аэродрому. У вас есть примерно 3.5 минуты. Антипробуксовочную систему, чтобы удержаться на льду. Антипробуксовочная система активирована. Бонд, вижу транспортное средство, оно быстро приближается к вам. Джеймс, это Цао. Осторожно! Ах!
А откуда стреляют? С космоса? Так. Бонд, следующий удар и карты отслежен вашей системой обнаружения угроз. Бонд, не хотите атаковать зал. Бонд, щит вашего автомобиля держится, но вы теряете драгоценное время. Вот именно, что время теряю. Осторожно! Успел? Задание выполнено, смотрите-ка. Бонд, активируйте систему вооружения. Система вооружения активирована. И захватить цель для удара ракетами. Бонд, Грейвс опять заряжает экран. Да блин. Давай. Так. Блин. Задание не выполнено. Ну и по сюжету, наверное, так же должно быть, нет? Нет, ни хрена не так. Бонд, активируйте систему вооружения. Джейкс, берегись! Систему вооружения активируйте. Вам нужно зайти в вопрос цель и захватить цель. Бонд, Грейвс опять заряжает экран. На. Давай еще разок. Блин. До определенного места увести надо, я так понимаю. Уходите от атак ЦАУ. Вы можете заплатить ЦАУ по задаче. Давай. Задание не выполнено какое-то опять. Ёж твою мать, мне что теперь такие... Бонд, активируйте системы вооружения. Системы вооружения активируются. Бонд, вам нужно зайти в пост ЦАУ и захватить цель для удара ракетами. Бонд, Грейвс опять заряжает экран.
Сколько ему надо? Ракет. Не надо, блин. Что, получилось? Ну, хорошо. Что, боишься щепа? Опять какое-то задание не выполнено. А, я не успел на самолет. Блин. Бонд, самолет Грейвза прямо перед вами. Грузовой трап до сих пор не поднят. Думаю, ваш единственный шанс заехать прямо внутрь. Вот, теперь вместе со мной можно улетать. Охренеть. Вот это миссия. Нам нужно добраться до центра управления. Ну что, и здесь еще не все, слава богу. На. Так. Вот так. Так, подожди. Вот так, сейчас. Минутку. Давай, нам нужно попасть в центр управления. Пойдем. Я займусь Грейвзом. Уберешь пилота? Без проблем. Вперед. Что за кровожадность? Без проблем. А что там бомбиться? Давай. Подтверждены координаты основной цели. Начинаю обратный отчет и автоматическую стрельбу. А ты где прятался? Этот урок вы не забудете и не переживете. Охренеть. Что, я с ним так же, как со всеми, что ли?
Это сомневаюсь я в этом. Вы проиграли, Бонд. Если вы убьете меня, Икар перейдет в аварийный режим. Вы не сможете его остановить. На. На. Ну, да, бывает, пропускаю. Ну, по очкам-то я тебя выигрываю. Давай отсюда. Так вот. Еще и током его. В луч смерти влетели. Ага. Я не должен выпрыгнуть. Грузовой отсек. Побежали, побежали. Не хрен падать, побежали. Охренеть. Все равно чуть не утащило. Давай. Уматываем отсюда. Быстро его завели, причем еще там в самолете нахрен этот вертолет. Какой-то бред. Еще не поздно, Бонд. Вы еще можете перейти на мою сторону. Джеймс! Ваши усилия напрасны. Вам ни за что не остановить меня. Ну или так. На Дракса.
Готовьтесь принять сообщение. Где кто? Да где ты? На. Где? Не вижу. Ага. Не понимаю, куда меня пока это ведет. Вот. Медал оф Хонор. Где ты? Да. Подберем гранаты, ни хрена себе валяются. Ладно. Спокойно, дамочка. На связи с ЦРУ. Кто вы? Что вам нужно? Бонд, Ми-6. А если вы врете? Я вас нашел. Миссия выполнена. До свидания. Стойте. Стою. Мы думали, Дракс крадет данные по ракетам, но похоже, его интересуют наши биологические эксперименты. Я думаю, он создает химическое оружие. Зачем, не знаю. Тогда узнаем. Вы же хотели уйти. Уже нет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.